Отель Чермелион Sea Life Resort расположен в заливе Набук Бэй, в 20 километрах от бухты Наама Бэй, в 5 километрах от международного аэропорта, и входит в уникальный отельный комплекс, объединяющий возможности сразу трех отелей. Отель имеет общую территорию и инфраструктуру с отелями Чермелион Клаб Резорт и Чермелион Гарденс Аквапарк. Район Набук – самый ветреный район Шарм-эль-Шейха, поэтому в зимний период, в этом отеле, а также в отелях, которые находятся в этом районе, отдыхать не советую из-за ветров. В каких отелях лучше отдыхать зимой в Шарме, вы увидите, если перейдете по ссылочке, которая находится в описании под этим видео. За отелем никакой инфраструктуры нет, погулять в магазины пешком далеко, только ехать на такси или маршрутках. От отеля на такси за 5-10 минут можно доехать до улицы Сохо, где очень много всяких магазинов, кафешек и развлечений, красивые поющие фонтаны, даже каток есть. Трансфер до Наама Бэй предоставляется бесплатно только по предварительному заказу на ресепшене. На территории есть пару магазинов с сувенирами, пляжными принадлежностями. Если поторговаться, можно их приобрести за копейки. Также есть аптека и обмен валюты. Территория отеля утопает в зарослях тропического сада, который тянется практически до самого побережья, постройками в традиционном нубийском стиле. Садовники работают постоянно, много мест для красивых фото. Мостики, амфоры, камни, лужайки, за счет большого пространства нигде никакой толкотни, скопления народа, простор. У каждого отеля по одному бассейну, то есть всего три бассейна, плавать можно в любом. В отельном комплексе открыт аквапарк с 11 горками для взрослых и 11 горками и водными аттракционами для детей. Аквапарк без подогрева в зимний период. Стоимость пользования аквапарком для гостей Чермелион Клаб Резорт и Чермелион Sea Life Resort составит $10 в день за взрослого и $5 за ребенка с 6 до 12 лет. Включен в стоимость проживания аквапарк. При бронировании отеля Чермелион Гарденс Аквапарк. Лежаков хватает, полотенец тоже, возле бассейна играет музыка, есть настольный теннис, вода в бассейне чистая, сильно хлорирована, запах чувствуется. На территории резортов нет бассейнов с морской водой. Бассейны в клубе с подогревом и в аквапарке в детской зоне тоже. Период обогрева с середины ноября до середины апреля. Главное преимущество этого отеля в том, что он находится недалеко от моря. До моря идти медленным шагом минут 5. Пляж большой, песчаный, расположен рядом с коралловыми рифами. Все, что понадобится для отдыха, зонтики, шезлонги, вы сможете использовать бесплатно. Также вы сможете взять пляжные полотенца, и тоже бесплатно. Очень важно, не оставляйте свои вещи без присмотра, особенно пляжные полотенца. Если оно все-таки пропало с того места, где вы его оставили, немедленно идите на ресепшн. Если обратитесь в тот же день, вам выдадут новую карточку, не без проволочек, но дадут. Если обратитесь на следующий день, вам смогут предложить только заплатить 15 евро. Несмотря на то, что сам пляж песчано-галечный, здесь есть коралловые рифы, поэтому лучше всего одевать коралки. Есть понтон для спуска на глубину, и есть возможность купаться с берега. В некоторых местах возле берега, есть лагуны с глубиной по шею, можно плавать, а не просто бродить по колено в воде. Утром, когда прилив, можно заходить и купаться у самого берега, вода высоко. Буквально несколько метров, и по шею, потом отлив, и все, мелкота. Также заход в море можно осуществлять с понтона, длинному, около 200 метров, и сразу же глубина,
и дна не видно, но рыб тут еще больше, и волны. До пляжа они не доходят, из-за того же рифа, а тут бушует во всю силу. Риф живой, живность разнообразная, понтон хороший, есть лавки, полки для вещей, неплохо, что ступеньки длинные, нет проблем вылезти. Спасатель всегда на месте, у него в ящике можно оставить ценные вещи. На сегодня отельный комплекс представляет собой главное одноэтажное здание, а также 23 двухэтажных. В отеле всего 274 номера, 234 двухместных номеров с двумя кроватями и 40 номеров с одной большой кроватью. Номера старые, но не страшные. И необходим ремонт. Расположение домиков таково, что многие с видом на море. Все, что необходимо, в номере есть. Холодильник, чайник есть во всех номерах и каждый день пополняется чай, кофе, сливки, сахар. Телевизор с арабскими, украинскими, российскими и итальянскими каналами, шкаф с вешалками и балкон, сушилкой для вещей. В номерах поставили плазмы с USB-выходами. При желании можно взять с собой жесткий диск, и в связи с не очень богатым выбором программ на русском языке, наслаждаться просмотром фильмов и музыкой по своему выбору. Бар не пополняется. При заезде ставят две бутылочки. Можно набирать воду из кулера, в баре на пляже, а можно в баре возле основного ресторана попросить воды, дают в бутылках. В ванной комнате душ, унитаз и биде, шампунь, гель для душа и мыло пополняются ежедневно. Также в номере есть телефон, в номере присутствует сейф, бесплатно, а также имеется возможность получить бесплатно гладильную доску и утюг. Уборка номеров ежедневно. Детская кроватка предоставляется по запросу бесплатно. В главном холле есть бесплатный доступ к интернету, но он очень медленный, но написать родным в соцсетях можно. Лучше приобрести симку в аэропорту, Orange $20, хватит на 10 дней. В отеле работает система «Все включено», включает в себя шведский стол в течение дня. Что касается питания, то она вполне приемлема. Мясо три вида – говядина, курица и рыба. Правда, выбор фруктов маловат. Зал в главном ресторане большой, места есть всегда. Что касается питания, то здесь подходит фраза «голодными не останетесь», но лучше приходить к открытию ресторана, иначе придется доедать остатки, к тому же еще и теплые. В ресторане перед вами стол могут не убрать, если не попросить. И если что-то заканчивается из блюд, не спешат докладывать. Алкоголь все также оставляют желать лучшего. Напитки есть и на территории отеля, и на пляже. На пляже, кстати, еще в обед делают хот-доги, гамбургеры и картошку фри. В баре возле бассейна к 11 часам выносят булочки и круассаны. Кофе в автоматах пить можно. Мороженое в пачках платно. $2. Фреши тоже платно. Свежевыжатых соков бесплатных нет. Хотите фреш, нужно заплатить как и за импортный алкоголь. В отеле не сервируются пакетированные соки. Только из автоматов. Но недалеко от отеля есть пару местных магазинчиков. Там литровая коробка сока, $1-2. Бары у бассейнов, на пляже, в лобби. В общем, еда и напитки везде и вокруг бесплатно. Есть небольшой тренажерный зал, в нем есть все необходимое, чтобы держать себя в тонусе. Также большой теннис, с 10:20 бесплатно, по предварительной записи на ресепшн. Для детей предусмотрена неплохая инфраструктура,
есть клуб, игровая площадка, буфет в ресторане, а также анимационная программа. В ресторане доставят специальный высокий стульчик, а в номер – детскую кроватку. Вечером в 20:30 для малышей мини-диско. Деткам 9+, интереснее танцы с анимацией на площадке возле ресторана и ресепшна. Также там играет живая музыка. Дискотека есть в отеле, с 23 до 2 часов. Вход бесплатно, напитки платно. Приятного вам отдыха!